Лейтмотив выставки, прошедший в не самый спокойный год в офигевшем от экономических передряг Магнитогорске, был по замыслу организаторов таков. Стимулирование продаж автомобилей и услуг. Позволю себе провести несколько другую формулировку. Демонстрация фирм выживших и успешных на фоне прострационного торча остальных. Меня лично исключительно порадовало. Исключительное же опять присутствие фирм, постоянно и достаточно грамотно проводящих свою рекламную политику. Их, связанных с авто, оказалось, естественно, немного, а точнее 6 штук. И в ряду выживающих, живее всех живых, естественно, Автоград и компании. Я там, наверное, не скромно со стороны Автограда вот так вот представлять единственную экспозицию по шинам. Это что, позиция лидера? Безусловно, Автоград лидер и по продажам шин, в том числе в городе Магнитогорск. Мы никогда этого не скрывали и всегда людям говорили, что мы лидеры как по ассортименту, так и по качеству обслуживания и по ценам. Мы буквально вчера сделали материал по вашему шинному центру «Вианор» и порядком удивились, потому что таких цен в условиях, когда ни у кого денег нету, казалось бы, сложно представить, но вы же завезли еще и свежую резину. Ну, хорошо не значит дорого. Поэтому есть у нас, да, свежая резина по нормальным доступным ценам. Повторяю, что у нас продается со специальной гарантией. И есть шина, которая участвует в ликвидационной распродаже, которую вы можете купить, если вам есть потребность в одной, двух шинах, там, от 500 рублей. Наверное, можно объяснить отсутствие фирм, которые продают автомобили, сделанные вне России. Потому что, ну, всем понятно, что будет после Нового года. Последние запасы 2008 года закончатся. У Автограда запасы закончатся. И что вам предлагаем? Что у нас есть? То, что сделано в России. На сегодняшний день мы предлагаем то, что сделано в Таганроге, непосредственно Тагаза, это Тагер, внедорожник, и новая модель, новинка, это Вега С100. Причем и тот автомобиль попадает под правительственную программу, минимальная процентная ставка, где 8% годовых, очень выгодные условия, причем выгоднее, чем даже до кризиса. То, что Автоград подготовился лучше и грамотнее, чем другие, к зиме, вы уже убедились. Но то, что одним из структурных подразделений, а именно фирмой «Автопункт», даже в условиях неблагоприятных для реализации автомобилей сегмента «Премиум», удалось продать и не одну «семерку», а про остальные автомобили BMW мы и говорить не будем, подтверждают истину. Одно из лиц успешного Магнитогорска украшает символ BMW. Уже 10 лет как реализованная мечта магнитогорского бизнесмена о BMW имеет место быть в «Автопункте». Но 2009 год немножко странноватый, скажем так. Кто-то устоял на ногах, кто-то упал. Но те, кто устоял на ногах, могут ли себе позволить BMW? BMW сейчас могут позволить не только те, кто устоял на ногах, но и очень много новых клиентов у нас появляется. В данном случае на выставке мы представляем специальные серии наших автомобилей, которые доступны теперь не только богатым людям, но и среднему классу. Ну давайте средний класс. Насколько может рассчитывать при покупке автомобиля, допустим, BMW X3? Ну, сейчас автомобиль в хорошей комплектации, с автоматической коробкой передач можно купить за 1 444 400 рублей. Когда в конце года 2008-го у некоторого количества горожан возник вопрос, а как фирма Apex собирается во время кризиса продавать, ну, не самые дешевые автомобили, Land Rover'ы, то есть. В конце года 2009-го ответ на вопрос стал очевиден. Легко. Действительно, легче всего время перемен провести с надежным другом, который стоит денег вложенных. В начале этого года никто и поверить не мог, когда вы привозили автовозы с Land Rover'ами, что эта машина будет востребована. Так востребована ли она в Магнитогорске? В настоящий момент существует очень хороший спрос на автомобиль, на весь модельный ряд Land Rover. То есть даже сейчас вышли новые модели, это касается Discovery 4, это Range Rover, это Range Rover Sport, на них всегда есть народ. То есть машина отличается чем? Машина, принципиальные отличия во внешности не произошли. Основные отличия — это электроника, это светотехника, это отделка салона. Еще один успешно реализованный проект Автограда, реализованный вместе с группой Solers. Это реализация корейских полноприводных внедорожников и итальянских фиатов. И надо сказать, что год 2010 Автоград встретит с новыми джипами Сангьонг и фиатами, с ПТСками от 2010 года, с автомобилями 2010 года и с ценами 2008 на большинство из них.
Что особо радует меня, как автолюбителя и человека, который постоянно работает с автоградом, так это то, что у других, допустим, целые автостоянки автомобилей 2008-2009 года. А у вас что, все продано? У нас все продано благодаря скидкам, действующим на автомобиле Fiat. Это до 20% и Sanyong до 150 тысяч. Кроме того, на все автомобили действует программа Solers Credit совместно с производителем и на ряд автомобилей правительственная программа кредитования. Завистливо глядя на товары автограда, реально продаваемые в городе, завистник никак не поймет. В чем смысл успеха? А смысл здесь прост. Репутация автограда подтверждается стабильной работой на протяжении 15 лет. И более того, автоград – это фирма с магнитогорскими корнями и магнитогорским желанием работать. Лица автограда неизменны. А это все слагаемые доверия. Ну а то, что лидер французского автопрома, точнее машины, производимые Citroën, пользуются не меньшим спросом, чем дорогие народные авто из Германии и ставшие в раз проблемными Форды, это очевидно. Ты, вот мое задаченное лицо, наверное, вас должно смущать. Потому что кто-то продает 8-й год, вы продаете какой год? Мы продаем 9-й год. 8-й год мы уже распродали месяцев так 8 назад. Были объявлены огромные скидки. В принципе, сейчас эти скидки приравниваются к тем же самым, к автомобилям 8-го года. Очень выгодное предложение. Скидки, допустим, на C4 у нас объявлены с 1 октября 90 тысяч рублей. Помимо скидки, клиент еще у нас получает дополнительный подарок в виде комплекта зимних шин. Так что... Вау! Также действует кредитное предложение от Citroën Finance 9% годовых. То есть как бы все это приурочено к юбилею 90-летнему Citroën в России и не только. Марка существует уже 90 лет, в этом году юбилейный год. Поэтому 3 месяца у нас объявлены месяцами подарков. Ну и раз мы выставляемся так вот в противовес и напротив Мерседеса, я бы, вот, допустим, желал себе прикупить C5. Чем же он нас удивляет и чем он может порадовать в противовес тем автомобилям, которые представлены с трехлучевой звездой? Чем нас радуют шевроны? Шевроны нас радуют все тем же. Это качество, это приемлемая стоимость автомобилей Citroën. Начальная стоимость на C5 у нас на сегодняшний день составляет 720 тысяч рублей. Несмотря на то, что это автомобили 9-го года, опять же, на них объявлена скидка от 90 до 120 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Вообще, по сути событий, происходящих на памяти тех, кому за 35, можно сказать: ну, повезло нам офигеть как. Мы видели море перемен, но не искупались в море крови. Мы должны были дважды быть свидетелями распиаренных концов света. Ну, будем надеяться, проживем и третий. Экономику самой большой страны на нашей памяти сносило раз пять. Но мы сохранили рассудок и прагматизм. Мы научились выживать, научившись говорить банкирам правду, глядя прямо в глаза. И эти алчные особи, алчно покусывая нас беззубыми слюнявыми звонками, понтами и смс-ками, оказывается, могут подождать свои сверхприбыли, которые мы им, естественно, принесем. Поэтому смысл существования есть. И есть надежда уже не на светлое и безоблачное, но на прогнозируемое будущее. И прогноз на год следующий. Выставки такого рода, безусловно, будут быть.